Всем привет! Сегодня покажу, как я замораживаю лук на зиму. Лучок нарезаю кольцами, вот так вот, можно прям вместе с другой зеленью, можно отдельно, иногда так делаю, иногда так, когда что есть в наличии. И складываю вот в такие вот пакетики, вот рулоном продаются чистенькие, новые, и кладу в морозилку. Потом, когда зелень замерзнет, вы ее просто вот так вот, ну, потрясите вот так вот пакетик, и она рассыпется на мелкие части, то есть на вот эти вот дольки, и будет как свежий лук. То есть его можно использовать зимой вообще куда угодно, неважно, там в суп добавлять или просто там в винегрет, там, я не знаю, еще куда-то, куда вы зелень кладете. То есть в любое блюдо абсолютно будет зелень как свежая. И всю зиму я вот пользуюсь такой зеленью, вот так вот даже, вот видите, вот я здесь вот в этот раз сделала и петрушку, и укроп, все вместе, и лук, то есть вместе с луком. Иногда делаю отдельно укроп, иногда отдельно петрушку, лук отдельно, то есть по-разному, когда что есть в наличии. А зелень получается как свежая, ее можно добавлять куда угодно, там салат, оливье, там еще куда-то, куда хотите. Я раньше тоже не знала, что лучок можно замораживать. Ну, то, что зелень, там петрушку, укроп морозят, это уже все знают об этом. А вот то, что лучок замораживается, тоже замечательно и прекрасно используется всю зиму. Я вот недавно узнала от соседки, и вот теперь тоже так же делаю. Ну, как недавно, в прошлом сезоне, в принципе, в ту зиму я уже замораживала лук, и мне понравилось. Возьмите на заметку себе, хозяйки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи на моих новых видео, буду рассказывать много интересного. Всем пока!